Так, всем доброго дня. Вот пришла, хотел сказать, небольшая коробочка, но коробочка большая. Ой, ё-моё, сколько всякого хлама. Ёк. Ёж, а за это. Ну вот так вот выглядит люстра. В разобранном виде. Посмотрим, что будет дальше. Все-таки разобрался, как вешать эту люстру, ничего сложного нету. Просто это была моя первая люстра, которую я повесил. Что могу сказать? В люстре нет ярко выраженной точки, которая светится. Как видно, светится внешняя сторона всех трех кругов. При этом любой из этих кругов вы можете как повесить отдельно, так, в принципе, и сделать их там, смешать как-то так. У меня получилась вот такая фигура, но если у вас до потолка метров 10, например, вы можете сделать их в пирамиду. Елочку. Пирамида отличается от елочки тем, что у пирамиды большой круг наверху, а у елочки внизу.
можете смешать их в разных плоскостях. То есть все это очень легко настраивается. Тросики длиной около 2 метров. Поэтому саму люстру вы можете от потолка до нижнего кольца сделать 2-метровой. Если позволяет помещение, то почему нет? У меня обычная квартира, поэтому сделали все компактненько, ярко. Люстра светит очень ярко дневным светом, но не белым холодным светом, а просто, ну, если со стороны смотреть, просто как дневной свет. Пульсация незаметна. Ну, то есть сейчас вы видите видео, и все нормально. Ничто не мерцает, все хорошо. Ссылка на место, где можно купить эту самую люстру, под этим видео. Все, всем пока.